Всем привет, с вами Андрей. Мы продолжаем Shadow Pixel Dungeon. Монах, 27 уровень в данный момент. Вот такие его способности. Взяли дуэль на выборе короны. В данный момент у нас 25 этаж. Развалить его не сможем. Сейчас мы бросим камешек. Да, этаж готов. Включаем свет. Пару лампочек. Так, голову ключи. Ну, бывает. Начало, как говорится. Босс. Нам дал головокружение, и мы стоим. Из головокружения вышли. Включили свет. Поставили стражи. Все, пошло. Он стоит вне воды, а мы стоим в воде, потому что он кидает едкую слизь. Ты с этим ни хрена не сделаешь, поэтому включаем защиту от яда, это эликсир зловония, и начинаем его бить. На него вешается кровотечение. ХП, но я не думаю, что сильно много. Нас пробивают, успеваем реагировать. Есть вот этот мусор, который к нам будет подходить под названием печи и тому подобное. Они все погибнут от яда, поэтому нам это не особо. Однако лайн способна поглощать вот таким образом, она исцеляет себя. Все, мы убили слизь. У нас еще яд не спал. Что прикольно. Мы можем на этом немножечко яд. Чтобы он немного. Капец, действие зелий впечатляет, блин. Почему нельзя стоять? Потому что нам просто больно будет от этого. Кьюг Джевит. Все
противостоять, нам будет очень больно. Лучше здесь. Огонь. Отлично. Огонь тушит воду. Чтобы убить огонь, нужно тупо стоять на воде. Желательно не попадать под ручьи. Либо ловить иммунитет конем. Так, у нас яркая длань, она бьет светом. Чтобы ее убить, нужно элементарно в милишном бою ее забивать. Но у нас еще висит огонь, поэтому длань пока будет огнем. Лицом особо сильно не торгуем. Как вариант, ее можно пробовать поджечь. Обязательно дебаф у тебя. Она у нас слепанула. Факел она не выключила, но ослепление нам дала. Слепоту, насколько мне много ходов у нас. 15, конечно, то есть это до хрена. Мы можем включить. Либо зелье волшебного взора, либо зелье ментального зрения. Принцип особо не меняется, но мы возьмем вот это. Мы его увидим. Увидим последнего. Пробегаем эту дистанцию. Всем спасибо большое за просмотр. С вами был Андрей.